Всем привет! Мы находимся в очень интересном месте, в таком музее. Он тут как бы небольшой музей, и продажа очень интересных, на мой взгляд, спортивных и старых машин. Вот, ну начнем, скажем так, с самого начала. Какие здесь, посмотрите, какие представлены раритеты. Вот один из них. Но просто обалденная машина. Вот как внутри у нее все там. Все старое, все отреставрированное, все как с иголочки. Просто обалденно. Вот она как смотрится. Так, вот здесь вот у нас Феррари. Машины разных годов, но, как правило, очень много таких вот старых машин. Вот она. Феррари. Все практически в идеальном состоянии здесь. И любую машину, в принципе, можно взять и купить. Вот, пожалуйста, вам еще одна Феррари. Все сделано. Да, они многие отреставрированы, но видно, что действительно машинка старая, да, еще какие-то потертости есть, но все равно это просто обалдеть, это рай для любителей машин. А вот какая Феррари. Блин, жалко, что они у них не подписаны, а как жалко, потому что, ну, не все так сразу узнаешь. Вот Феррари, как внутри у нее все. Просто обалденно. Вот это вот Ferrari 512 TR. Хотя бы год подписывали. Вот это тоже. Вот они сейчас здесь все стоят. Разные расцветки, да? Красная. Красная стоит. Темная. Такая какая-то серая. Ну, не знаю, Ferrari смотрится только в красном кузове. Вот тоже. Обалдеть просто. Красота. Переключатель у них скоростей. Все такое прям. Вот также этот вот современный уже тоже Феррари присутствует. Я говорю, тут разные машинки есть. Вот тоже Феррари. Так, тут у нас Феррари F50. Вообще красота. Просто красота. Посмотрите, какие аппараты. Ну, вот тоже уже современные модели. Даже вот этот скутер старый, отреставрированный этот. Какая-то Амбарелла какая-то. А, ой, не, даже не знаю, что это за... А, нет, тут написано, вот. А, Ламбретта, блин. Думаю, что это такое. И вот там тоже скутеры старые стоят. Такие. Это вот известная итальянская фирма про скутеры. Вот эти современные, заряженные эти Fiat 500 Abarth. Abarth — это, по-моему, подразделение Fiat, которые делают заряженные машины. Вот, блин, еще бы вот у них было бы написано этот, ну, количество там лошадиных сил и все такое. Вот Mercedes 6.3 движок, вообще зверь. Вот Феррари тоже. Что это за Феррари? Интересно. Написано, вон там двигатель у нее какой. Вон. А, это Феррари 430 Скудера. Вот написано. Обалдеть. Это просто рай для любителей машин. Вот тоже. Но это вот это все современные. А вот очень такой, сейчас я вам покажу, очень редкая машина. Lamborghini. Такого джип Чита
он называется, Lamborghini Cheetah. Вот, они, по-моему, хотели выпускать и, ну, и для армии его, и сделали, ну, что-то, да, можно заметить, чем-то похож на Хаммер, вот. Но почему-то дело не пошло, либо они этот контракт не выиграли на производство армейского варианта. Но вот все равно определенное количество машин было выпущено. Вот. Вот он такой. Чита. Просто обалденная вещь. И вот он как вот внутри смотрится он. Редкая, очень редкая машина. Ее практически я вот еще на дороге ее ни разу не встречал. Вот. Ну так в определенном таком, очень таком аскетичном стиле сделано все внутри. Ну да, потому что они, я говорю, они делали их чисто для этого, для армии, эти машины. Вот он какой красавец. Ну, есть в нем что-то такое необычное. А по-моему, как бы в этом фильме «Бригада» у этого, у героя Безрукова, по-моему, был такой автомобиль, если я не ошибаюсь. Вот. А еще есть такая история. Один мужик в России, ну, имел такой автомобиль, ну, и решил его продавать. Вот. Разместил объявление, все. И уже, в принципе, вот-вот покупатель должен был приехать на его автомобиль. И он вышел на улицу, мужик из дома, посмотрел на этот автомобиль, который решил, что он его будет продавать хозяин. И все-таки решил, нет, говорит, я не могу, говорит, с этой машиной расстаться. И все, и отменил сделку, и оставил автомобиль у себя. Такая легенда. Уж не знаю, насколько она правда или нет. А вот, посмотрите, Chevrolet классика. Ха-ха! Ну это вообще обалденно. Это же не машина. Вот именно что... вот это настоящая машина. Вы посмотрите, это в ней есть свой стиль, своя какая-то персональность, самобытность. Вот, не то, что сейчас все современные машины. Посмотрите, посмотрите, какой диван только тут стоит. Вот. Все под красное сделано. Как она, этот... Bel Air, да, Chevrolet Bel Air называется. Это модель. Просто обалденно. Вот так вот музейчик этот выглядит. С этого. Ой. Ну вот еще одна Ferrari. А вот, вот Ferrari. А вот что интересно. Вот он, скажем так, прадедушка вот тех вот Fiat'ов 500. Вот он, маленький такой. Чувство, что можно просто взять его и в карман положить и пойти. Маленькая машинёшка такая, но была в свое время очень-очень популярна. Кстати, это вот тот же самый наш Запорожец старый, да? А с него-то был и слизан. Еще Феррари. Это у нас что? Блин, а Феррари 355 F1 Spider. Вот. А вот старая Феррари тоже. Вот. И вот еще очень старые Феррари. Ой, туда что-то вообще даже заходить нельзя за эти. Поставлено у них это. Как она? Заграждение. Ну все же, зайти просто походить, полюбоваться такими машинами можно. Вон они какие. Ой, какие красавцы. Нет, есть что-то в старых машинах, чего современные машины почему-то не вызывают. Я не знаю почему, может быть у меня так, но старые машины, они просто, в них есть что-то такое, чего нет в современных. Вот. Современные, они как-то все более-менее, ну, на одно лицо сделаны. А эти все такие разные. Какой-то шарм присутствует в этих машинах. А вот что-то, видать, реставрируют машину еще. Нет, так вот кузов, наверное, сделали. Будут еще, походу, даже сюда и ни двигателя, ничего в машине нету. Видать, перед реставрацией что-то такое. Вот этот вот Джо Маккари, это вот, вон он написано. Это вот человек, который этим всем занимается.
бывший гонщик, как этот хозяин этого всего, он бывший гонщик. Вот. И занимается вот реставрацией, продажей такой красоты, классики. Посмотрите, какие Феррари. Очень, очень много тут, в основном Феррари. Очень много. Разных-разных годов и разного вида. Ой, а это что такое за чудо стоит? Кроссли какая-то. Я даже такой и не знаю машины. Обалдеть. Ну, вон она, какая машинка. Просто вот еще одна старая Феррари. Блин, ну вот не на всех написано модель и год производства. Жалко. Можно спросить, типа, почему у вас нету годов? Или, может быть, у них как бы такая текучка большая, что поставили, ушла, вот тоже Феррари. А вот какой красавчик, а? Что это у нас за машина? Сейчас посмотрим. Это у нас, по-моему, Ягуар, если я не ошибаюсь. Да, это Ягуар. А вот, пожалуйста, Ламбретто. Тоже классический итальянский скутер. Вот тоже в старых скутерах есть что-то такое. Хотя не знаю, этот старый или нет. Может быть и не старый, а уже современный сделан. Под этот, под старинный лад. А это вот Ягуар. Посмотрите, какие красоты. Ой-ой-ой. Ну это же просто сказка. Песня. Ну какая современная машина вот так вот выглядит? Да никакая. Гляньте. А вот у нас дедушка Мерседес тоже. Старый. Ебарчик. Такой двух. Ой, а руль-то только какой. Это ж просто. А стекло заднего вида прям стоит на этой, на панели. Интересно. Вот Mercedes SL 190. Прадедушка современных SL-ов. Кабриолетики. Вот могу. Вот она вся красота здесь такая. Феррари. Chevrolet Bel Air. Ламборгини Чита. По-моему, Чита называется. Мерседес тоже. Красивые машины. Так, а вот что это у нас такое? А, это вот это. Старая английская фирма MG называется. До недавнего времени она закрылась, потом снова открылась, потом ее, по-моему, не знаю, купили китайцы. Вот, и сейчас, по-моему, они начали снова выпускать машины. Вот тоже. Красиво смотрится. Ну, тоже более современная Феррари. 612 Скаглетти. Так, а вот, ребята, какая машина, сейчас я вам покажу. А? Какая машина? Бугатти. Вот она, Бугатти. Скажем так, это вот предшественник Верона. Обалденно. Просто. Это рай. Для любителей машин. Вот она. О, а я тут один хожу, тут вообще никого нету. Какой у них тут экран, смотрите, вот все, телевизор. Оформлены еще это. Старые постеры висят с разных фильмов. Есть разные эти есть. Соревнования. Вот. Ах, Бугатти, какая красота. Просто обалденно. Двери вверх открываются, как обычно. Все красное. Ну, не знаю, вот мне, например, красное не нравится, конечно, внутри. Как-то не знаю. Ну, каждому свое. Черный. По мне так черный.
интерьер должен быть. Ну, вот. Ну так все просто относительно, никакого такого особенного внутри ничего нету. Но выглядит, конечно, просто бомба. Вон там двигатель. Можно посмотреть. Так, ну а вот у нас Феррари. А, вот это вот Феррари. Их, по-моему, несколько штук было выпущено. Ну, не то, что несколько, это была в честь его создателя даже названа. Это Энцо называется модель. Вот это именно, по-моему, выполнено в это полностью в карбоновом кузове. По-моему, это вот Энцо, да. Просто. Так, ну мы продолжаем. Вот они. Энцо. Что-то у Феррари. Это у нас в карбоновом кузове. Это просто в кузове обыкновенном, да? Энцо. А это этот. Кенинсек. Тоже, блин, в карбоновом кузове. Тоже обалденный аппарат. Ну, это просто машина, у кого людей просто много денег. Вот. Такая, ну, очень, скажем так, своеобразная по-своему. Вот, ну, тут у нас Mercedes 6.3 двигатель, у которого двери распахиваются в эти, в разные стороны. Ну, по-моему, вот этот Mercedes не новенький, это, по-моему, 2010 года. Но все равно зверь, 6.3 двигатель у него под капотом. Песня тоже. Вот какая-то английская марка. Я даже ее такой и не знаю. Машина называется Дженсен какая-то. Ну тоже старенькая американская машина, английская машинка. Вот. Тут у нас опять-таки стоит старая Ламбретта, отреставрированная, походу, тоже. Класс, нравятся мне вот эти скутеры. О, а у нас так, между делом же сейчас проходит этот Челтном, известно, это конные состязания. Не. Богатые люди привозят своих лошадей, соревнования. Ну, также ставки могут просто люди делать и выигрывать. Вот тут Феррари. Такая уже современная. А вот Феррари из этой, из Формулы 1. Кстати, Феррари Шумахера. Вон там написано. Михаил Шумахер. Вот здесь вот, 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 вот написано Шумахер. Но места, конечно, там вообще нету. Я вот так посмотрел. Это руль многофункциональный. Класс. Что тут сказать? Вот она. Сейчас только что снимал, и камера мне выдала ошибку, что значит дешевая китайская флешка стоит внутри. Ну и некоторые нормально работают, а некоторые нет. Ну а вот какая-то тоже спорт. А, это Porsche. Это Porsche, только заделаны под какие-то специальные гонки. Не знаю, какой-то класс гонок. Вот. И тоже там у них небольшой магазинчик. Где можно приобрести всякие эти. Вот. Вот он так вот это все выглядит. Вот тут еще Феррари. Современные машины. Вот опять еще одна Ламбретта стоит. Старенькая, которую я уже показывал. Вот еще раз сниму такой общий план этого замечательнейшего заведения. Вот. Блин, единственный недостаток, конечно, что у них не подписано, что за машина там, сколько чего у нее. Ну, все равно, просто даже находиться здесь, это приятно. Потому что есть очень серьезные раритеты. Вот как, например, этот
Lamborghini Cheetah, Chevrolet Bel Air. Тем более для Англии он очень редкий. Это, ну, американскую машину здесь практически невозможно встретить. Это редкость на наших дорогах здесь. Вот. Вот такой вот выставочный зал. Вон еще одна Lambretta стоит. Ну ладненько, будем закругляться. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Ну а я буду снимать много и разного интересного видео. Всем заранее спасибо, до встречи и берегите себя!